Приветствую вас, дорогие друзья! Наконец-то мы второй раз приехали в санаторий Лесные озера, и я решил наконец-то выбраться и посмотреть еще одни источники с минеральной водой и посмотреть озеро, которое находится немножко дальше от санатория, это метрах в 500. Что за озеро, глянуть, может половить рыбку получится на нем, было бы, конечно, хорошо. Ну вот, хочется вообще посмотреть, что да как. Исследуем этот край еще больше. И, конечно же, вам покажу, что увижу. Иду по такой вот тропинке. Вот озеро, если видно, просвечивается. Тут дорога такая песчаная. А здесь, смотрю, даже плитка выложено, какие-то беседочки, места для отдыха, ну уже так немножко все подзапущено. Вот озеро, кстати, неплохое. Конечно бы здесь поплавать с лодки, друзья. А вот последствия урагана, который недавно прошел по Витебской области. А вот там вот дальше сами источники. Подхожу ближе, включаюсь. И здесь мы видим, друзья, такая вот купель. Водичка такая грязноватая. Ну, это, наверное, из-за того, что шли дожди. Здесь мостик. И ручьем уходит в само озеро. Так, довольно неплохо сделано. Говорят, здесь очень холодная вода. И вот такие вот родники с минеральной радоновой водой. Третий родник, похоже, высох. Ну, довольно хороший, сильный напор такой. А вот, друзья, и второе озеро. Название посмотрю, как называется, еще не смотрел. Потом вставлю в описании под видео. Такой сосновый бор вокруг озера. Лиственные деревья. Там трасса. И вот такая вот водичка прозрачная. Даже вон окушок видно. Какая-то мелочевка плавает. Ну, вода довольно хорошая. Рыбные места. Рыбы много здесь. Там вот вдали даже кружки кто-то выставил. В камеру, наверное, не будет видно. Но вот я отсюда вижу. Раз, два, три. Три кружка стоит. И там дальше. В камыши. Ага, вон еще кто-то выставил кружки, но лодки не видно. Может, куда-то вышли на берег. Обед сейчас. Жарковато. Ну, как видите, посетили мы родник Барковщина, и озеро называется тоже Барковщина. Гидрологический памятник природы. Еще из одной из красивых мест санатория Лесные озера. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким.